Так, подсоберемся. Что ж, друзья, встречаем аплодисментами Илью. У нас вторая тройка, чемпионат России, полуфиналы. Что ж, время пошло. И еще у нас такое нововведение. Дудеть мы будем ровно по истечению 60 секунд, чтобы и зрители, и райдеры понимали, что время закончилось. К сожалению, не видел, что там было. Смэнул набрать, здорово. Драйвер на границе. Да и свит это такое, да? Вон, у Люси тоже группа поддержки есть. Не вижу, что там было, а ты пропустил. К сожалению, друзья. Барспин на маленьком бодре. Так, половина времени прошла. Игрушка. Фронт-драйв, здорово. И Барспин в бодре. Ну, как-то не... Духовая база хорошая, но не очень разнообразно используемый парк, мне кажется. ТЛВ по книжке. И время у тебя на заключительный крючок осталось, Илюш. Заключительный крючок, да. Друзья, давайте поддержим Илюху. Так, поддерживает, получает титуль от своего коллеги. И все внимание на пирамидку. Попытка Брайана Ирта. Слушай, к сожалению, 60 секунд уже истекло, так что будем ожидать твоего крючка во втором ране. Друзья, провожаем аплодисментами Илюху. Илюх, ты молодец. И на очереди у нас Владик, которого мы ждали тут полтора года, пока он поедет на площадке. Влад, ты готов? Все, я вижу. Друзья, встречаем Влада из города Увитого аплодисментами. Приехал к нам на полуфинал чемпионат России. Погнали, Владик. Фингер дабл вип. Но там не четко, да? Барспин. Так, их носил. А, ты когда ставишь, да? Дэнс вип. Сил дэйв. 360 тэл вип. Не самое разнообразное, да, опять же таки, использование парка. Мне кажется, надо побольше подключать вам фантазию, друзья, чтобы поразить наших судей и уже точно зарекомендовать себя в финале. Правильно, судья, я говорю? 20 секунд осталось у тебя. Фронт драйв, здорово, четко, прям две ноги. Посадил его. Телвип. Друзья, я его поднял. Барспинчик наверх туда. И со зрителями, со всеми поздоровался. И фингер ТЛИ. Все, 60 секунд подошли к концу. Спасибо тебе большое, Владик. Во втором ране все обязательно доберешь. Провожаем аплодисментами. Давайте, давайте, погромче. Кузьминки. И время для попыточки Романа. Ром, ты где там? Идем. Все, погнали, Ром. 60 секунд прошло. Леха, но, к сожалению, выставляет ногу. No hand на дизастер. Так, друзья, для чемпионата России у нас атмосфера неподобающая. Мне кажется, нужно поставить аплодисментов, потому что все участники очень-очень... Носмен очень крутой. А, это когда Борфлэш, что ли? Слушай, давишь на стиль Ромик, круто. Кстати, пару слов о Роме. Он приехал к нам из северной столицы, город Санкт-Петербург. 14 лет ему, и добро пожаловать на чемпионат России по экстремальному самокату. Борслайд на трубе? А, фибул. Фибул когда есть, да? Один трючок я тебе дам доделать, Ромик. Просто за твой стиль, за то, что ты все еще круто делаешь. Друзья, поддержим гости из Санкт-Петербурга. Ромик, не расстраивайся, во втором ране ты обязательно доберешь все. Друзья, провожаем аплодисментами Романа. Молодец, Ром. И я называю следующую четверку, которая